Всем огромный привет! Вы смотрите программу «Отдел кадров». Меня зовут Юлия Лысенко. Сегодня здесь, на 66-м километре МКАД, свое новое видео снимает Джиган и Юлия Савичева. Именно в этих стенах торгово-развлекательного центра «Вегас» пройдут эти съемки. Самые интересные и яркие подробности закулисья вы узнаете в нашей программе. Поехали! Сегодня в программе Джиган и Юлия Савичева снова спелись. Артисты сняли клип на новую совместную песню. Мы стояли, общались, говорили, а почему нам не записать еще одну песню? Давай запишем. Самые яркие подробности со съемочной площадки смотри в эфире программы «Отдел кадров». Нам предстоит сегодня увлекательное путешествие, потому что торгово-развлекательный центр «Вегас», он просто огромный. Где-то на 5-м этаже в фитнес-клубе именно там артисты снимают свое видео. Пойдем. Закрыто. Мы люди простые, как говорится, мы здесь можем зайти. Пойдем. Где Джиган? А где Джиган клип снимает свой? Так, нам куда? Нам сюда? А нам что, пешком идти? Да. Направо повернете, да. Там будет лифт. Ага. На пятый этаж, и там будет клуб «Леон». Спасибо вам большое. Спасибо, добрые люди, спасибо. Обязательно сфотографируюсь, обязательно. Какие воспитанные, интеллигентные здесь люди работают. Когда мирные жители засыпают, ну или хотя бы готовятся ко сну, начинается активная деятельность всех телевизионщиков. Почему, спросите вы? Да потому что, когда для рядовых посетителей двери магазинов, кинотеатров, спортивных клубов и прочей людской радости закрываются, на несколько часов раньше сюда приехать. Для съемочных групп эти же самые двери открываются. Все посетители уходят, и можно устраивать разные съемки. В нашем случае это съемки видеоклипа. Не понимаю, вот зачем снимать в таком шикарном торговом центре видеоклип, когда здесь можно лучше походить по магазинам, на мой взгляд. Главными героями сегодня стали два артиста, которые в 2011 году подарили нам суперхит, взорвавший все чарты страны. Композиция «Отпусти» в исполнении Юли Савичевой и Джигана даже получила золотой граммофон. Я в твоем распоряжении, в твоей воле, и что бы ни случилось, главное помни, эта песня для тебя в моем альбоме. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто голосовал за песню «Отпусти», кто поддерживал нас и поддерживает. Спасибо огромное. Спасибо. Но на этом исполнители решили не останавливаться и записали новую песню под названием «Любить больше нечем». А я не знаю даже сколько в душе моей ради трещин, разбито сердце на осколки, увы, любить больше нечем. Именно на нее они сегодня снимают клип. Ну вот, собственно, мы и пришли. Сейчас узнаем, что здесь происходит. На 5-м этаже ТРЦ «Вегас» Крокус-Сити расположился спортивный клуб, где помимо тонны железа очень даже хорошо вписались кинокамеры. Хотя время уже далеко за полночь, мотором здесь еще совсем не пахнет. Уставший от бессонных ночей и постоянных перелетов Джиган рассказывает мне, что здесь будет происходить. В чем сюжет сегодняшнего видеоклипа? Ой, очень интересный сюжет. Идея, кстати, моя. Может, ты еще режиссер? Нет, я автор идеи. Вот. Что немаловажно. Что немаловажно, да. На самом деле, спорт, любовь, разбитые сердца. Все как в жизни. Real life. Я подпустил тебя к себе слишком близко. Не прощаясь, ты ушла по-английски. Растоптала все, что было между. Но внутри стержень, стерпит, стержит. Кто станет режиссером сегодняшнего видео? Степан Сибиряков. Вам уже удавалось вместе работать? Нет, это первый опыт, поэтому молодой, талантливый режиссер. Дебют такой будет, можно сказать, большой работы. Вы будете сегодня качаться в зале? Ведь надо подкачаться. Нет, мы будем боксировать. Вот это еще интересно. То есть ты будешь на ринге? Да, и Юля будет на ринге. Она будет драться с тобой? Нет, она не будет драться. В этой истории мы как бы рассказчики больше. Мы рассказываем эту историю. Это не наша история, как...
ты уже знаешь, что у меня все, слава богу, хорошо в личной жизни. Так и у Юли, я думаю, надеюсь. Поэтому это больше такая, наверное, третья история какая-то. Ну, не больше, это и есть третья история. Я хорошо помню Юлию Савичеву в самом начале ее карьеры. Выпускница «Фабрики звезд» стала известна широкой публике, исполнив композицию «Высоко». Интересно, сколько слез она проронила при ее исполнении? Песня грустная вообще. Но не будем о грустном, ведь с тех пор прошло уже 11 лет, и наша Юля больше не плачет. Она повзрослела, превратившись из энергичного подростка в прекрасную утонченную леди. На смену широким штанам и короткой стрижке пришли обтягивающие платья и локоны. Как в метро, честное слово, как будто жду поезда. А ждем-то мы всего лишь навсего Савичеву, когда она выйдет из гримерки. Получилось, что вы записали второй дуэт вместе с Жиганом. По многочисленным просьбам зрителей, слушателей, это случилось. Ну и более того, и у Жигана был трек, который он очень хотел записать совместно. Мы обсудили все это и с моим музыкальным продюсером, с Максимом Фадеевым, и решили, что это будет здорово сделать. Тем более, всем очень хотелось услышать нас еще раз. Съемки окончены, и прямо сейчас вы увидите клип от Жигана и Юлии Савичевой на песню «Любить больше нечем».